Всем привет! Добро пожаловать на канал «Играем в куклы Сирочка Инфо». И мы собрались с нашими друзьями, с Анжелой, Слоником и Сережей. Всем привет! Сегодня мы будем играть в интересную игру, которая называется «Песочная картинка Мишка-панда». Сейчас мы ее откроем и сделаем нашего пандочку. Открываем. Вам интересно? Мне очень. Посмотрите, песочек. Зеленый, синий, красный, белый, черный. Открываем дальше. Здесь еще что-то есть. Сам панда. Вот такая вот картинка. А здесь наши цвета. Один это белый, два это черный, три это красный, пять зеленый, шесть синий и 11 салатовый. Сейчас мы откроем наши пакетики. Они здесь приклеены. Вот, очень легко. Ну все, теперь нужно расклеивать эти наклейки и насыпать наш песочек. Я думаю, что у нас пандочка получится. Сейчас мы откроем. И начнем с белого. Это один у нас. Ищем один и расклеиваем. Ой, какой он большой. С трубочки это тяжело. Попробую руками. А руками это намного легче делать. Ребята, кажется, у нас что-то получается. И даже очень красиво. Что я задела? Посмотрите, как классно. Даже глазик уходит. Двоечка наша. Все, я ее задержала. Посмотрите, как классно. Все. А глазики не улетели? Нет. Все, засыпаем нашу головку. Здесь надо очень-очень-очень аккуратно, очень-очень внимательно. Это очень трудно. Я смотрела на эту игру и Сережа спрашивала, брать нам, не брать. И Сережа говорит, давай, ну давай, мне интересно. Вот так тебе интересно? А ну давай, помоги мне. Бери песочек, давай вместе со мной. Насыпай. Молодец. Сережа, хочешь? Все, давай, давай вместе. Вот так насыпаем. Умничка! Давай, смотри дальше со своим слоником. Я смотрю, тебе нравится процесс. Мне он тоже очень нравится. Обожаю играть в разные игры. Напишите нам в комментариях, любите ли вы играть в разные игры, развивалки, головоломки. Вау, и головка готова! Пока еще все белое, но мне очень нравится. А второй это черный. Где наш черный пакетик? Боже ты! Оказывается, нам понадобилось только один пакетик белого. Классно. Посмотрим, сколько черного нам понадобится. Открываем аккуратно.
Ребята, последние стихи. Та-да-дам! Смотрите, какая красивая пандочка у нас получилась. Вот, ребята, что у меня получилось. Напишите мне в комментариях, а вы собирали такую игру? Была ли у вас такая игра когда-нибудь? Вот я ее собрала, и мне она очень нравится. А вам нравится? Сереже очень, Слонику и Анжелу тоже. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Играем в куклы с Сырочкой Инфо. Пока-пока!